Говорят, теракт в Крокус-Сити-Холл произошел. Три человека в камуфляже ворвались, начали стрелять из стрелкового оружия. Уже как минимум 12-15 человек погибло, сколько-то десятков ранено. Истерии везде и вот со всех сторон. И насколько вы оцениваете, что теракты придут в нашу жизнь? Теракты у нас будут происходить. Жду, чтобы происходили у них теракты. Понимаете? Потому что на самом деле, коль скоро еще раз в дело вступили разведки, а именно они и играют, то терроризм – это оружие разведок. Вот все. Никак иначе. А по простому принципу, убивают сразу много гражданских людей, убитых гражданских легко, они же не защищены никак. Вот ни броников, ни каска, ничего. С другой стороны, там, ну, метро, места большого скопления. У нас есть такие станции, где люди, как вы знаете, что войти на перрон, стоят на ступеньках при спуске на перрон. Когда кто-то там ходит в вагоны, они делают шаг вперед. То есть, ну как, найдите на фронте, где так компактно стояли бы люди. И, с другой стороны, сразу же вызывает ряд вопросов. Можно начать мутить воду. Другое дело, что в это играет, снова повторюсь, с обеих сторон. То есть, считаю, что это будет продолжаться. Считаю, то, что это будет с их стороны продолжаться. И, ну уж чего греха таить, считаю, что нам надо отвечать адекватно. Только желательно не по гражданскому населению, потому что мы так не поступаем, и потому что иначе это рано или поздно против нас же обернется. Ну, может быть, не сразу, но потом обвинят в буче, в чем-либо еще. Поэтому, ну, есть министерство, есть вот эти разведцентры крупные. Вот. Жду, когда мы тоже к этому перейдем, честно скажу. Вот. Может быть, не голословно и не бесплодно жду.